комплекта внешних питаний EFT предназначен для питания приемников, тахеометров, а также цифровых нивелиров различных моделей и производителей. Стандартный комплект внешнего питания EFT состоит из двух частей. Внешние батареи емкостью 7,2 ампер-часов с кабелем длиной 1,8 метра и разъемом под конкретный прибор. И зарядное устройство от сети 220 вольт. Стоит отметить, что батарея имеет удобную ручку для переноски, матерчатый карман для защиты кабеля при транспортировке, а с обратной стороны специальный зацеп для навешивания батареи на штатив. С помощью такого комплекта можно питать такие популярные модели приемников, как Trimble 5700, R5, R7 или EFT-M1, а также другие приборы с напряжением 12 вольт. Если у человека есть много других приборов, к примеру, тахеометр, Leica, Sokia, Nikon, Topcon, которые имеют отличное напряжение и другой разъем питания, то для запитывания этих приборов необходимо дополнительно приобрести адаптер EFT питания. В результате получится универсальное внешнее питание для нескольких приборов. В продаже всегда есть готовые комплекты внешних питаний под конкретные модели приемников, тахеометров и нивелиров.